Знакомство с актуальными для государства направлениями в науке и бизнесе. Мастер-классы от представителей и кураторов Национальной технологической инициативы. Презентация собственных проектов и идей. Все это составило программу экспертной сессии Innovation Hack the World, которая прошла в Пермском политехе в рамках ежегодного конкурса акселератора «Большая разведка». На самом деле начинали даже мы не с конкурса «Большая разведка», а до этого еще было несколько лет конкурс «Большая охота». И это был такой предвестник вот этого конкурса. А с 2010 года действительно конкурс стал разрастаться, он стал более предпринимательским. Он стал менее учебным, а более предпринимательским. За два дня интенсивной работы участники из первых уст узнали о существующих в нашей стране возможностях и инструментах для развития инновационных стартапов. Эксперты, среди которых директора крупнейших предприятий и компаний, рассказали заинтересованной молодежи о правилах игры на рынке инноваций. Детально ознакомились с программой Национальной технологической инициативы. Значит, нужно, чтобы было то место, где концентрируются идеи, и то место, куда придут те, кому эти идеи нужны. Мне кажется, что большая разведка – это то место, где встречаются те люди, которые нуждаются в новых идеях, эти люди, которые готовы генерировать эти идеи. Вот мне кажется, что у нас в политехе это все получается, и я верю, что это начало такого, знаете, мощного, всеобщего российского стартапа, который позволит вывести и Пермский край, и Россию на новый инновационный уровень. В рамках групповой работы с экспертами были выявлены перспективные идеи. Молодым инноваторам помогли исправить ошибки и направить мысли в нужное русло. Своей историей успеха с присутствующими поделились участники конкурса бывших лет. То, что для вас, потенциальных резидентов, может быть, безусловно, интересно, большое комьюнити людей, объединенных одной целью. Не может не получиться какого-то замечательного продукта, если в одном месте собрать там, не самых глупых людей страны. Резюме экспертной сессии подвел член правления генерального партнера конкурса РВК Евгений Кузнецов. Уже сейчас заявки на участие в большой разведке подали более 200 человек. В течение 3 месяца работы над технологическим проектом ребята смогут довести до ума собственную бизнес-концепцию, найти инвесторов для бизнеса, а также будущих заказчиков. Помимо серьезных денежных призов, победители конкурса представят свои лучшие проекты в экспозиции Пермского инженерно-промышленного форума в ноябре 2016 года.